Всем доброго времени суток, дорогие коллеги. Лично мне сейчас поступил запрос в чат для коллег Faberlic в скайпе, что новичок не может сделать заказ из-за того, что много продукции нет в наличии. Вы знаете, я продукцию делаю, заказы очень интересно, очень просто, потому что в таком случае вам покажется, что наоборот продукции чересчур много и выбор чересчур огромен. Когда я делаю заказ, я не смотрю особо каталоги, я смотрю, какая кофточка, с какой юбочкой, с какими штанишками мне подойдут. И на самом деле одежды в компании Faberlic очень много. Вот, к примеру, давайте возьмем одежду и аксессуары. Я открываю ссылочку в новой вкладке. Вот, сейчас она прогрузится, и мы с вами увидим, да, то есть тут, во-первых, можно сортировать, что вы хотите, да, допустим, детям, женщинам, мужчинам, да, ну, к примеру, я хочу выбрать что-то для себя, и я могу одежду и аксессуары выбрать отдельно, да. Очень мне нравится то, что тут сейчас идет по умолчанию, да, всякие резиночки, заколочки, флоранж, ювелирная бижутерия, да, но я ставлю, допустим, по цене, да, сейчас у нас с вами идет сезон, я ставлю по цене, и тут у меня сначала идут хорошие сумочки из натуральной кожи, да, вот может кому-то какие-то сумочки понравятся, да, а потом идут шикарные платья, да, вот это платье в пол у меня такое есть, просто обалденное, да, потом, как вы видите, утепленная парка, да, то есть меня дочка ее попросила. Далее идет удлиненное пальто. И вот таким вот образом я листаю странички и смотрю то, что хочется именно мне. Да? Также тут можно и одежду смотреть, да, и также можно все вместе, детское, мужское, женское смотреть, да, также вот смешивать и просто пролистывать и смотреть, что вам хочется. Да? Вот у нас скоро, допустим, и сейчас, да, уже на данный момент идет череда форумов, и девочки очень часто делают заказы именно на красивые такие вот платья от Алены Ахмадулиной, да, вот эти вот все коллекции, вот это Валентин Юдашкин, очень красивое, дорогое такое платьишко, да, к примеру, вы можете добавить его и купить то, что именно вам хочется, да, значит, 46 мне мал, 50 велик, попробую заказать 48, да, то есть это уже третий раз я это платье заказываю. Да, далее вы можете или в корзинку перейти, или дальше выбирать, да, что вам захочется. То есть вот такие вот всякие разные платьишки есть, да. И когда вы листаете, у вас продукция все дешевле, дешевле становится, да. То есть я всегда листаю от дорогого к дешевому, да. Допустим, вот я смотрю, что есть удлиненный жакет с нашивкой, да. То есть он классно смотрится, он прикрывает попу, я могу посмотреть, открыть его, да, к примеру, сейчас он прогрузится, и посмотреть, как он смотрится именно на модели. А тут есть именно для элегантных уже размеров, как на девушках смотрится, да, то есть, как вы видите, он стройнит, он реально стройнит, так хорошо выглядит, да, на девушках элегантных размеров, что просто здорово, да, если ваш размер есть, да, как видите, вот видите, 40-го нету размера, да, и вот самое, что интересное, вот в самом-самом конце, да, вот если нажать на самый конец этих страничек, то там будет не самое дешевое, а то, чего нет в наличии, да, как вы видите. И вот это вот нет в наличии, оно реально отсортировывается, и вы можете выбирать уже из того, что есть, да, к примеру, вот смотрите, 79-ю давайте страничку возьмем одежды, да. То есть то, чего нет в наличии, оно убрано в самый конец, и очень удобно выбирать продукцию. Давайте вернемся на нашу третью страницу, или уже, да, четвертая уже была, да, страничка, вот, и будем смотреть далее, да, то есть это очень-очень удобно, то есть вы можете себя контролировать, да, вот если, к примеру, вам кажется, что вот нет, за 2000 вещи я не хочу брать, я хочу взять несколько подешевле, да, то тут уже по цене вы можете, допустим, на девятую страничку переходить, что очень удобно, и смотреть то, что уже там за там менее чем 2000 рублей, да, вот всякие курточки, бомберы, да, есть и одежда для беременных, да, то есть туфельки очень даже, как вы видите, симпатичные продаются, ну, очень они мне понравились, эти туфельки обязательно буду сейчас покупать. И вот так вот перелистываете, смотрите, да, то есть если вам хочется какие-то
маечки, джинсики, да, футболочки там или еще что-то, вы можете выбирать не одежду и аксессуары, да, вот тут вот сбоку у нас с вами было, а можете, допустим, выбирать женщинам просто одежда, просто обувь, просто аксессуары, и у вас будут только одни аксессуары, только одна обувь, только одна одежда. Допустим, вы хотите одеть дочку, да, вот у вас сейчас, вы посмотрели, у вашего ребенка мало вещей, нажимаете девочкам и смотрите, да, тут уже отсортировано по цене, и вы можете видеть, какие пальто тут есть для девочек, какая обувь есть, да, открываете в новой вкладочке и смотрите, допустим, какие есть размерчики, да, то есть очень удобно, от 31 до 36, да, то есть 37, 38, 39, 40, скорее всего, уже взрослые дамы разобрали, да, то есть какая есть обувь, да, вот все можете смотреть. Я вот сейчас на данный момент хожу в таких кроссовках, мне не очень нравится, дочка себе черные выбрала, да, то есть смотрите, 1500, может быть, есть что-то там рублей за 300, да, и вы начинаете перелистывать и смотреть, что есть, да, за 200, за 300 рублей, да, вот видите, такие простенькие футболочки есть, хорошенькие, да, то есть вот, а остальное уже, видите, как бы пошло, нет в наличии, да. Давайте на восьмую страничку перелистнем, посмотрим. То есть очень удобно сейчас стало по ценовой политике. Да, вот 300 рублей. Я недавно снимала обзор на эту футболку с длинным рукавом. Мне она очень понравилась. Вот такую футболочку своей дочке заказала. Тоже она мне очень понравилась. Да. Есть трикотажные леггинсы для девочки. Тоже очень удобные. Всякие разные колготочки. Да. То есть таким вот образом я могу выбрать любую одежду, какую мне хочется. Да. Или я могу выбрать одежды и аксессуары именно для всех, вот просто сюда нажимая, тут не выбираю, а нажимаю вот тут прям сверху, да, и тут пойдет все, и женское, и мужское, да, сначала дорогое, да, вот как вы видите, утепленная парка для мужчины, моему мужу она понравилась, он сказал, что будет носить, да, то есть сначала вещи идут подороже, потом все дешевле и дешевле, как бы, да, по цене. Далее, да, утепленная парка для мужчины, такая вот идет, да, то есть вот эти же самые платья, то есть как вам удобно, и вы, конечно же, увидите, что ассортимент компании Faberlic одежды очень-очень хороший, просто иногда такое бывает, что вы заходите в каталог, и, ну, очень много чего нету, да, и вам кажется, что все разобрали, но на самом деле столько много одежды, которую можно выбрать, платье и в пол, и по колено, и есть классные блузки с вышивками, есть курточки, да, то есть есть и юбки, и пиджаки красивые очень, да, вот коллекция от Рогова меня покорила своей красотой, да, и для детей, вот смотрите, какие платьишки, курточки, какие все классные, да, то есть вот обувь мужская, да, коричневая. То есть, когда вы листаете, вы уже можете прям вот так потихоньку всю свою семью одеть, да, вот прям здорово. Вот, к примеру, вам понравился, ну, давайте возьмем в пример вот такой жилет, да, вы нажимаете ссылку в новой вкладке и смотрите, как подобрать размер, да, вот тут вот есть размеры, как подобрать, есть также еще вот одна таблица размеров, как подобрать, то есть вам удобно, вы видите длина изделия по центру спинки, сколько она в сантиметрах, да, то есть и вы уже понимаете, какой ваш размер, да, допустим, 40-й, 56-й, да, то есть какой вам хочется, смотрите, ну прям все размеры есть, красота. Да, смотрите, как он, допустим, смотрится на этой же на девушке, да, можете увеличить, посмотреть, то есть это очень удобно. И, кстати, когда так вы подбираете продукцию, у вас есть с чем сочетать, что тоже очень приятно. Вы смотрите, как брюки будут сочетаться, да, и уже можете увидеть эти брюки вблизи, да, то есть видите, они тут с кружевами внизу. Вот, и состав вы можете изделия, да, скорее всего, посмотреть, с чем сочетать, вам тут предлагают или с блузкой эти штаны, да, или с жилетом, то есть вы уже можете полноценно подобрать для себя любой комплект одежды, какой вам хочется. Мне вот это очень нравится в компании Faberlic, вот этот вот обновленный сайт, я с удовольствием тут набираю продукцию, вы знаете, иногда я даже не захожу в каталог. Вот честное слово, не захожу в каталог, потому что мне и так есть что заказать, я и так все это вижу, да. Ну что ж, с вами была Комнова Анна, интернет-проект Faberlic Online, до встречи с вами в новых видео.